Ну вот примерка потолка. Хорошо получилось. Цельный лист фанеры не получается, так как листы бывают 1,5 метра шириной, а у нас 58 сантиметров. 1,58. Так. Ну так. Так, здесь что-то у нас зазор какой-то огромный получился. А, ну это сдвинулось, потому что и здесь тоже тут на нас руку. Ну, здесь будет кузов. Уже здесь будет потолок нормальный. И туда примыкать. Как видите, мы уже вставили окна. Поставили пол. Сейчас заряжаются аккумуляторы. Панель немного разобрана. Но зато стекло уже стоит. И стекло у нас будет с подогревом, так как он был штатно. Выбери для заготовки под боковинку. Вот сюда. Сразу предусмотрели отверстия для динамика. Будет вот так вставляться. Но я считаю, для грузового отсека вполне себе сносно.